Друзья, всем привет! Сегодня мы сделаем две такие операции. Мы увеличим загрузку нашей фермы, купим Power Minter и загрузим нашу ферму платинкоинами. Сейчас вы видите в кабинете отображение той фермы, которая находится у меня на телефоне. Вы видите 151 платинкоин здесь в кабинете и здесь, и Max Load 148 PLC. Я намеренно пополнил ее больше, чем Max Load, чтобы вы понимали, что ферму можно пополнить на любое количество коинов. Но в процессе минтинга или добычи новых коинов, или генерации новых коинов, будет принимать только то количество, которое позволяет вам Max Load. Или же максимальная загрузка. А именно в данном случае 148 PLC принимает участие в минтинге. Если вы хотите получать пассивный доход больше, чем вы получаете сейчас, вам, конечно, нужно сделать апгрейд вашего Power Minter или увеличить максимальную загрузку вашей фермы платинкоинами. Для этого мы в кабинете должны нажать кнопочку «Апгрейд». Нас перебрасывает на наши продукты, именно Power Minter, которые есть у нас в наличии. Начиная со 110 евро, это 22 PLC, стартовый Minter, и заканчивая самым большим на 1995 PLC. Чтобы его купить, мы должны нажать кнопочку «Buy». Мы видим, что этот Power Minter увеличит нашу загрузку фермы на 6700 PLC. Давайте его купим. Нажимаем кнопочку «Buy». Так, мы видим возможные способы оплаты. Это Visa, MasterCard через Интеркассу. Это Perfect Money, это Safford, Bitcoin, банковская оплата. Доступный баланс с кэша, доступный баланс с T-кэша, Advanced Cash или же Payeer. В данном случае мы будем оплачивать с помощью нашей криптовалюты Platincoin. Последняя функция. Мы кликаем, выделяем ее и нажимаем «Покупка». При этом система сформировала нам QR-код, на который мы должны перечислить 1995 PLC. Этот QR-код можно отослать кому-либо из ваших друзей и знакомых. И не только вы, не только с вашего личного кошелька можете пополнить. Я взял второй телефон. Вы видите, вот моя ферма. Я буду пополнять именно с другого кошелька. Открыл кошелек. Буду пополнять с другого кошелька. Нажимаем кнопочку «Отправить». Включаем видоискатель QR-кода. Направили на него. И видим, что у нас кошелек подхватил наш адрес. Обязательно сверьте окончание адреса. F1N3 в данном случае. И мы будем на него отправлять PLC. 1995 PLC. Отправляем. Комиссия. 1000 PLC за любую сумму. Нажимаем кнопочку «Отправить». У нас предупреждение, что мы отправляем безвозвратно на адрес, который мы указали. «Продолжить». Поздравляем, транзакция ушла в обработку. Окей. И смотрим теперь. У нас в кошельке транзакция выполняется. Вы видите, 6 секунд назад отправлена. Теперь посмотрим, когда система подхватит эту транзакцию и нас перебросит на приветственное сообщение, что покупка прошла удачно. Вы видите, зеленым загорелось сообщение «Оплата прошла успешно». И тут же нас перебрасывает на кабинет на наш, где нас поздравляют, что у нас куплен Power Minter 6700 PLC. Мы расширили границы нашей фермы. Теперь мы опять зайдем на наш PLC Farm раздел. И видим, что стрелочка у нас практически лежит на нуле. Здесь 148 было PLC, а граница увеличена на 6848 PLC. Для того, чтобы нам ее полностью заполнить, мы должны добавить сюда столько коинов, сколько нам позволяет наш Max Load. Давайте мы, кстати, посмотрим нашу ферму на телефоне. Так, обновим. Max Load. Видите, да? Max Load 6848. Такой же, как и у нас в кабинете. Теперь нам нужно добавить
наши PLC. Опять же, мы будем это делать через наш кошелек, наше приложение PLC Wallet. Хочу отметить, что можно пополнить эту ферму как с именно с приложения. Добавить 6697 PLC нам нужно с помощью PLC Wallet. Но в данном случае я буду пополнять также с другого телефона, чтобы показать вам, что эту операцию, пополнение вашей фермы, может сделать любой другой человек, которому вы отошлете вот этот QR-код. Это тот адрес кошелька фермы, на который нужно отправить коины. Поэтому заходим еще раз в наш кошелек на другом телефоне. Смотрите еще раз. Один телефон фермы, с другого телефона я пополняю. Нажимаем функцию «Отправить». И нам нужно отправить. Давайте мы посмотрим еще раз, сколько отправить. 6697. Вводим 6697 PLC. Нажимаем кнопочку видоискателя QR-кода. Наводим на наш QR-код. Вот на этот QR-код навели. И у нас подхватил адрес кошелька. Так, сбросилось. Значит, 6697 PLC. Комиссию указали, окей. И нажимаем кнопочку «Отправить». Нас предупреждают, что мы отправляем безвозвратно эту сумму. Продолжить. Поздравляем, транзакция прошла успешно. Вы видите, две транзакции у нас в обработке. Первая – это покупка нашего Power Minter 1995. И вторая – это пополнение, собственно, нашей фермы на это количество коинов. Сейчас, когда эти транзакции пройдут подтверждение в блокчейне, у нас эта стрелочка будет заполнена. И давайте, собственно, посмотрим, обновим страницу. Мы видим, на ферме уже получено 6697, но пока еще они не отображаются на балансе. Вот эта сумма 6697. Вот эта сумма в кошельке, которая отправлена, 6697. Так, смотрите, на балансе у нас в телефоне уже отобразилась эта сумма. Видите? 6848. Я ложу телефончик и обновляем страничку на сайте. И вы видите, что наша стрелка уже, как говорится, показывает нам максимум. Наша ферма заполнена по максимуму. Ежедневный доход 5,6284 PLC в день. Доход за 10 лет составит 20544 PLC. Сегодня 16 января, четверг. Ровно через сутки у нас с этой суммы сгенерируются первые наши коины, первый наш доход, и мы продолжим, сделаем запись. Ну что, друзья, сутки прошли. Время у нас на компьютере 18.01, 17 января. И сейчас мы попробуем произвести минтинг на нашей ферме на телефоне. Вы видите, у меня в личном кабинете 6848 коинов. В ферме такое же количество. Max Load тоже соответствует. То есть ферма забита полностью. Ну и сейчас нам нужно нажать кнопочку «Минтить сейчас». Операция прошла успешно. Вы видите успех. Давайте нажмем на нее. И через какое-то время появится минтинговая транзакция. Мы увидели у нас минтинговую транзакцию в нашей ферме, это кошелек с фермы. Также мы можем посмотреть эту транзакцию в моем кошельке во втором. В данном случае я главный кошелек указал, который находится на втором телефоне. Вы видите одинаковые цифры, все прошло хорошо. Ну что ж, друзья, а теперь вы можете по таблице посмотреть, какую скорость минтинга, скорость вашего успеха, скорость вашего пассивного дохода вы хотите себе выбрать. Проанализируйте, сделайте выводы. Ну и, конечно же, всем вам желаю поскорее принять участие в минтинге и получать пассивный доход в течение 10 лет. Всем удачи и больших чеков!